Сторисет. Аньосио, хабиженумида. Итак. Представляемся, представляемся. Сага. Август. Джейси. Хотел сказать Джейси. Вот, итак, к нам вернулись участницы Blackpink, но сегодня у нас соло, соло Джису, которая ждала самого дебюта. Самый дебют, Там уже... Да, мы говорим. Там уже самого... Там уже фанаты что-то не петиции писали, уже митинги делали, где соло Джису, там уже второе выходит, а Джису все нет. Она пришла к нам с Flower. Flower, Flower, Flower! Погнали. О! Красиво. О! Голова. Выглядит дорого. Богато. Богато. Диор, амбассадор. Мне нравится эта платина, кстати, очень прикольно. Я еще не делала. Там видно, что он выпирает. Не-не, вот сейчас вот здесь вот. Это руки покрашенные. Красные. О, нифига. А вот здесь вот руки окрашены красным. Чтобы потом сделать. Прикольно. Прикольно. Да, мы, извините, мы еще раз хотели заценить просто... Окрашенные руки. Красиво было. Да, мы же еще раз смотрели, да? Да. Я просто не поверила. А ты с газеты сделал? Похоже. О! Да, мы досмотрели все, все, молодцы. О! Подожди! Flower! Flower на flower! Там были flower на flower! Цветочки на W. Цветочки. Прикольно, образов очень много. Dior же это не только косметика, да? Там одежда к ним относится. Просто мне интересно, кто подобрал ей все эти образы, потому что там их действительно было очень много. Мне нравилось фиолет. Мне больше интересно, кто подобрал ей фиолетовый костюм. Он такой развратный! Вот это разврат! Джису! Я обещаю, что потом я посмотрю. В следующий раз я замечу чулки. Чулки. Ну, знаешь, даже если ты не смотришь вниз, ты видишь, что тут такие кружева, это похоже очень на ночное что-то, а потом ты видишь внизу чулки и такой... Это платье!
Да, вот. Но оно как, короче, да, наверное, это платье, но оно похоже очень на нижнее такое платье, знаете, которое одевают обычно там под что-то такое, не знаю, массивное, пышное платье. Короче, да. У меня респект к красным колготкам. Я хочу красные колготки. Вообще-то много образов. Мне больше всего понравился тот, который был вот с зелеными сапогами. Был, да, он очень классный был. Покупаем зеленые сапоги. Пишите, сколько вы насчитали нарядов. Я примерно насчитала, мне кажется, где-то штучек 7. Я тоже хотела сказать 7. Показываю 8. Подписывайтесь на наш канал. Канал. Да. Не забывайте про пальцы вверх, на колокольчик, чтобы не пропустить наше следующее видео. У меня сегодня дефекты речи. Это потому что я взволнована. Так понравился дебют. Взволнована я. Куда ты мне? Стримьте Джису, стримьте Джису. Джису молодец, на самом деле очень хорошо поработала. Давай еще один! Да, концепт очень такой необычный, все ждали это соло, я думаю, никто не разочаровался, ну потому что у действительно фанаты Джису прям... Когда? Дождались! Джису, да. Когда? Давай еще один, и все. И мы... Все? Да, ну, я имею в виду, и мы отстанем. Я слышала, что на их концерте, вот, который Born Pin идет сейчас по всему миру, она танцевала уже что-то, и я вот не уверена, что это именно то, но я точно знаю, что какое-то соло она там танцевала. А что, будет еще одно? Или это только для Born Pin? Не, ну вряд ли это то же самое. Посмотреть. Спасибо всем. Мы побежим! Любим!